Владивосток, 3 января 2022 года. Здание театра имени Горького. Что-то в этом году здесь ничего не украшено. Странно. Что-то в этом году скверы не украшены. Странно. В прошлом году и театральный, и адмиральский сквер были украшены, но в этом году они вот такие.
здание малого ГУМа. Илья Муромец. Подводная лодка С-56. Школьники пришли на экскурсию. Корабельная набережная. Тут экскурсовод проводит экскурсию. Российское географическое общество вот в этом здании находится. Владивосток, время крепости. Какая-то выставка здесь, что ли? Театр кукол.
Там впереди Пушкинский сквер. Вот. Здесь Пушкинский сквер. Набережная Цесаревича. Бухта Золотой Рог. Сквер Невельского. Штаб пограничных войск, вот это здание. Так. Это орлан, орлан пролетел. Вон здоровая птица. Впереди здание музея Тихоокеанского флота. Светланская, 66. Музей Тихоокеанского флота. Внизу Матросский сквер, там дальше набережная Цесаревича.